Привет, ребята! Сегодня мы с вами будем рисовать новогодних медведей. Начнем рисовать первого мишку. Он у нас будет расположен вот здесь вот сбоку. Рисуем мордочку мишки. Он у нас будет добрый, будет улыбаться. Носик рисует. Теперь рисуем ушко. Брови. И глазик рисуем с ресничками. Далее рисуем шапку ему. Рисуем кружку. Вот здесь начинаем рисовать еще одного медвежонка. Она тоже будет улыбаться. И тоже будет, ей нарисуем чашку чая. Начинаем рисовать второго медведя. Этот медвежонок у нас будет без шапки, но тоже с чашкой чая или кофе, кто что нарисует. Рисуем ротик ему. Он
Она тоже будет улыбаться. Носик. Такие бровки рисуем и глазик. Ушки рисуем. Рисуем кружечку. Я обвела медвежат и нарисовала еще вот здесь вот несколько деревьев. И нарисовала еще несколько деревьев синим цветом. Продолжаем рисовать медвежонка. Изукрашиваем синеньким цветом. Теперь рисуем носик, разукрашиваем. Я разукрасила деревья синим цветом, разукрасила фон голубым и синим цветом. И вот такие вот у нас медведи получились с чашками кофе.